Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Braveland Heroes. Поехали. Что? Опять обучающая миссия? Это же наш выпускной экзамен, после него мы вступим в армию настоящего героя. Так чего же мы ждем? Вперед! Это кто такой? Это ваш отряд из 20 крестьян. Я понял. Так, на подсвеченной клетке можно перемещаться. Нажмите на клеточку и переместите отряд. Окей. Так, чем больше бойцов в отряде, тем они опаснее. Ну это понятно. Нажмите на отряд врага и атакуйте его. Так, чем-то мне напоминает, друзья мои. Ух ты. Герои в-третьих. Чем меньше бойцов в отряде, тем они слабее. Продолжайте атаковать отряд для победы. Давай, мечник. Экзамены не тут, понимаешь ли, сдают. Так, это ваш стрелковый отряд из 20 лучников. Так, это отряд скелетов далеко, и урон по нему будет слабее. А этот отряд ближе, и урон по нему сильнее. Стрелки наносят урон без штрафа целям с полным кругом. Нажмите на скелета и выстрелите. На тебе. Добьем сейчас. Крестьяне крутые тут, если честно, да, ребят? Смотрятся такие. Он даже не как крестьянин, а больше напоминает кузнеца мне какого-то. На тебе. Выберите своего героя. Воин королевства, маг холода и капитан пиратов. Хочу капитана пиратов, ребят. Легендарный королевский скипетр был похищен вероломными бандитами. Король собрал лучших героев и объявил любую награду за возвращение знаменитой реликвии. Но отобрать скипетр у самой опасной банды будет не так просто. Ха-ха-ха. Значит, тут возле скипетра все замешкано. В наших краях редко появляются настоящие покорители морей. И я с радостью покажу вам все окрестности. В городок. А это мы. Так, ну, пойдем смотреть окрестности. Это начинающие разбойники. Они вечно пытаются ограбить прохожих, но чаще сами попадают под горячую руку. Неправда, на прошлой неделе мы хорошенечко отделали одного героя. Так что держитесь. Так, это мой отряд. Это кто такой? Так, и 5 пиратов. Атаковать. Что тут думать еще, да? Так, мне гнушается любой работенки. Выносливый, ленивый. Так, ну-ка давай. Так, ваш отряд получил особую способность. Это ж какую? Выстрел. На тебе. Ах ты. Ах ты, крестьянская хлебожопка. Ну, я тебе сейчас устрою. Так, особая способность перезарядить несколько ходов. Перезаряжай. Куда, куда ты идешь? Ну-ка. Добей его. На. Тук. Надо его добить, ребят, надо его добить. На тебе, клинком. Ну что, шикарно. Уровень второй мы получаем. Они еще выпендриваются на нас тут. Так, получите новый отряд. Давай. Ох ты, к нам присоединились какие-то стрелки. Блин, вот это вот мне не нравится. Вот это мне не нравится, тут волки. Это волки из Темнолесья. В это время года они бродят по нашим дорогам в поисках добычи. По легенде, в самой чаще обитает их огромный черный вожак, обладающий магическими силами. Ну... будем атаковать. А как мне пополнять мой отряд? Матерый волк, повидавший многое со своей жизнью, может справиться с овцой, но быка уже не одолеет. Вот так вот. У меня два стрелка, по ходу дела, да, получается? Пиратка вот эта вот, ну-ка. Хм. Я думал, что у нас стрелок, а... вот этот стрелок явно. На. Тихо. А далеко уходит-то, кстати. Понял, она стрелок, но слишком
на близкое расстояние, скажем так. Твою налево. Эть, не достать. На. На еще разок. Ты хорош. Так, чуть было не завалили мне моего бодрого пирата, так скажем, старого, повидавшего уже. Мы можем двинуться дальше по следам бандитов или исследовать темнолесье. Блин. Исследовать темнолесье. Да, я хочу его исследовать. Вы не обнаружили страшного черного вожака стая, но по возвращении наткнулись на заблудившего путника. Как хорошо, что вы меня нашли. Я с радостью присоединюсь к вашему отряду. Так, новый боец. За какой же новый? Это же старый боец. Мы его знаем. А за этой заставой начинается настоящая опасность. Вернусь-ка я в городок, а то матушка заругает. Далеко не убежишь, скоро мы наведаемся и в ваше захолустье. Наш главарь раздобыл настоящий королевский скипетр и соберет с ним целую армию. Да? Ты в этом уверен? Хлыщ. А ну-ка давай проверим. Поддался в разбой, едва научившись стрелять. Подозрительный ворох листьев. Это ловушка. Точно, это, ребята, ловушка, скорее всего. Блин, а что же делать-то тогда? Ух ты, у меня есть коктейль Молотова. Это ты, оказывается, у нас бросать можешь коктейль Молотова? Я не знал. Давай сюда встанем. Надо нам как-то лучников уничтожать. Промах. Попал, зараза, ты посмотри, а. Давай вот сюда встанем. Сюда, сюда. А коктейль Молотова можешь докинуть? Ага, нифига. Ну-ка. Ага. Ослеплен. Он, по-моему, сдох, ребята, не ослеплен. Так, иди сюда. Шмаляй. На-ка тебе. Ты посмотри на него, а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Готов. Ну, подойди к нему сюда. Есть. Сосунки. Разбойнички тоже мне. Отлично, мы добрались до лагеря вольных наемников. Здесь можно нанять дополнительных бойцов и усилить армию. Так, покупка бойцов. Естественно, естественно. Так, вот этих вот максимум. Это все, да? А вот это что-то мне не нравится совсем. Совсем не нравится, ребят. А что такое в городок? Ах, вот у нас еще что. Приключения, армия. Так, пополнение армии откроется на 3-м уровне, понял. Экипировка на 4-м. Приключения. Ну, приключения, это и есть приключения. Все, я понял. А где уровень? Вот он, да? Такс. Мы собрали залог, чтобы выкупить из тюрьмы наших собратьев. Но нам не хватает пары сотен золотых. Придется вам раскошелиться. Ты наивный, ох ты. А их тут будет побольше, ребят, чем нас. Хитрый грабитель с больших и малых дорог. Опытный грабитель, выискивающий слабую жертву. Сундук с золотом. Ага, ради него и пойдет битва, да? Куда? Нифига ты! Ого-го, он бежит-то, не кисло, ребята. Дай-ка я ему сейчас хорошечно. Ага. Будет знать свое место. Пес шелудивый. Что? Усиление атаки, что ли, делает? На-ка тебе. Куда-куда-куда-куда-куда? Со спины. Ах ты, жулик ты навозный. Ты глянь, что творит. Давай ему. На. Так, мне не нравится, что тут волк еще. Прикладом. Да ну. А я пойду сундук тогда открою. 300 золотых. Минус. Идем сюда. А ты сюда.
На тебе. Чтоб тебе. Сейчас его кольну. Куда же ты убежал, а, родной мой? Вернись к папочке, мы все тебе простим. Да что за живучий-то? Ты посмотри на него. Да, ребятушки. Опа. У нас тут отхил какой-то сработал. Мы получили третий уровень. Лидерство плюс 50. Тренировочный лагерь доступен. Пополните армию. Откройте сундук и получите новых бойцов. Пополнение прибыло. О, лучник. Нифига себе. Так. Угу. Смотри-ка, как хорошо. У нас с тобой стрелков. Раз, два, три, четыре. А это кто? А, это фракции еще тут будут. Окей. Все, да, судя по всему. Ну что, погнали тогда дальше. С этим разобрались. А это вот кто такой? Некоторые заключенные хотят присоединиться к вам. Я мог бы выпустить одного из них за небольшую плату. 200, у нас есть 200? Есть. Кто там? Ух ты. Какой-то кузнец. Так, подожди, дай-ка я посмотрю с... Да ё-моё, я хотел не это глянуть. Я хотел посмотреть армию нашу. Армия. Отряд. Слушай, а где? А где чувачок-то, который? Он дал мне... Вот он. У него три звезды, кстати. Если вот так вот сделаю. 1170, это мощь, да, получается у нас? А этот будет посерьезнее. Блин. Ладно, я тогда оставлю пока. Но тот, блин, синий, редкий. Ладно, фиг с ним. Так, ну что, тут у нас... Что это за хлыщи? Ну, чтобы попасть в армию короля разбойников, нам нужно доказать свою храбрость. Эх, была не была. В атаку. Эх, была не была, такие, знаешь. Освоил прощу и готов к атаке на расстоянии. Не слишком храбрый молодой гоблин. Так, освоил прощу, говорит. Я тебя понял, парень. Сейчас мы тобой займемся. Прощу, он освоил. На-ка, лучники. Эх, добьем хоть? Хорошо. Опа. Ты смотри, на. Зря пиратку сюда поставил, блин. Кольни ему. Страх? Кто-то древесину нашли. Мне вон тех вот надо вот чикать, если честно. Ага. Смотри, что творит. Да отвали ты, господи, тут достал уже. Страх, испугался. На тебе еще тогда. Кольнем? Надо его убивать уже, в конце концов. Во. Так, остается один. Да посмотри, какой у него есть удар, а. Дай-ка я попробую, знаешь что? Да ничего, я, наверное, сейчас... Вот, я хотел вот это. Что это, как работает? Ага. Ух ты. Так, пронзающая стрела. Совсем другое дело. Отлично, ребята. Потери есть. Потери есть. Ну, никуда без этого. Что там у нас такое? А вот это что за поплывок? Хотите порыбачить? Рыбалка пополнит ману на 15 единиц. Конечно, хочу. Мы еще и поймали нитки с тобой. Зачем нам нитки?
Блин. Какой-то шаман. Не нравится мне этот шаман. Можно мне как-то пополнить армию? Так, я, наверное, уберу все-таки этого. И возьмем... Где у нас этот? Вот. Крестьянина этого. Ну что? Теперь попробуем. Погнали. Я почетный хмелевар. И его разбойничьего величества, самого Фрома Бешеного. Может, я и миролюбивый, да вот только терпеть не могу, когда топчут полезные ростки. Любите природу, мать вашу. Собакин ты хрен. Ну ладно, давай поговорим по-другому. Собирает ягоды и варит из них невообразимые коктейли. И знаете, сейчас... Свирепый, но ленивый обитатель лесов. Упс. Животинка — это плохо. Я тебя сейчас хмелевар устрою тут. А что это вот значит? Ну, двигается она и что? Прыгает? Прыгулька-то у нас, оказывается, да? Блин, медведь плешивый там еще бегает. Так, я не знаю, что... Ух ты. Серьезно, что ли? Оу. Да он у нас прям как Тор. Нитки получили. Дай-ка я попробую этого хмелевара сейчас гасануть. Ослеплен, мы медведи, если что, с тобой. Ты заколебал, а? Ну-ка. Медведь, вали нафиг. Ослепили мы его. Уж не знаю, как это ослепление работает. Готов. Опа. Огненное зелье. Не хочу ее подставлять пока. Поставим защиту. Иммунитет. К чему? Сосунок. А не медведь, я-то там думал сейчас. Вжарит нам так, вжарит, а он так себе. Она, значит, перепрыгивает. Она может также препятствие, я так понимаю, перепрыгнуть, да? Ловушку или еще что-нибудь. Так, подойдем поближе, чтобы ему было плохо. Какой жипучий, нет, ты посмотри. Что он мне там сделал? Добить мы его добьем сегодня или нет, в конце концов? Ты посмотри, какой живучий-то, а? Он заманал бомбить мне этого парня. Есть! С нитками бегал. Ну, нитки получили, хорошо. Что нам, для чего они нужны? Создать экипировку. О, так, у нас доступна кузница в городе. Экипировка позволяет нанимать больше бойцов в отряды. Создайте тренировочный меч. Тренировочный меч создадим. Так, и что он теперь? Куда мне его? Что мне с ним делать? Ага. Деревянные амулеты. Так, так, акция «Королевское предложение». Иди ты. Доступно 6 уровня. Так, подожди секунду. Мы с тобой сделали королевский меч. Вопрос. Нафига он мне нужен? Что он мне дает? Я не понимаю. Ладно, пускай будет. Я, честно говоря, вообще не знаю, зачем он нам нужен, этот королевский меч. Но сделали и сделали. Пойдем дальше в приключения. Так, летучие мыши. Поговаривают, что в этой башне обитает сам граф Дратута. Дратута.
При помощи темной магии он создал настоящую армию из летучих мышей. Что за вздор? Еще скажи, что он похищает невинных девиц и пьет их кровь. Какой ужас. Ну нет, до такого он точно не опустится. Так, вражеский отряд, кто такие тут у нас? Конечно же, будем атаковать. Атаковать и все здесь. Этот призрак обладает магическими силами. Плохо. Маленький ужас на крыльях ночи. Угу. А не слишком ли далеко вы собрались, а? Мышки летучие. Дай-ка я прыгну сюда. И шмальну разочек. Давай, кузнец. Так. Пронзающую стрелу, наверное, сделаем с тобой. А если вот так? О, хорошо. Ох ты. Ну я же не знал, что он такое делает. Ох ты, жук. Хорош. Они еще и вампирят. Они еще и вампирят. Вот что делают они. Ослеплен. Так. Бомбим. Да господи, сейчас. Ай-яй. Минус дух. Минус летучка. Пойдем сюда. На тебе. Дрататута. Угу. Тюх. Есть. Тряпка какая-то выпала. Блин, потеря, два лучника, два стрелка. Спасибо. Так, ну что? О, изучи заклинание. Что это у нас такое? Так, вам доступна боевая магия. Откройте свитки, чтобы изучать новые заклинания и улучшить имеющиеся. Бесплатно. Обучение магии. Новый. Ого. Это пушка. А как понять, что они хотя бы делают-то, эти заклинания-то? Так, я, видимо, так понимаю, ядро. Опять пушка. Все, больше нету, да? А, это вся магия. Откройте новое заклинание, получите 15 плюс 1 максимальной маны. Наносит 110 физического урона по выбранной цели. О, как. Наносит 100 физического урона цели и 50% ее соседей. Ого. Слушай, это круто. Это мне нравится. Подожди, а как я хоть взял хоть что-нибудь? Какое-то заклинание с собой или как? Да ну, нафиг, тут уже скелеты. Так, а мы можем с тобой наверх пойти, прикинь, а там сундук. Я сюда рвану. Похоже, что эти плотоядные растения съели всех искателей приключений в этих местах. Придется немного прополоть эти сорняки, чтобы пробраться к сундуку. Я надеюсь, они не плевуны какие-нибудь. Не хотелось бы с плевунами-то здесь. Опасный цветок. Ползун. Ускорение стреляет. Вот этого я и боялся, что он... Что? Нажмите, смотрите... А, свое первое заклинание. Вот это я хочу сделать. Почему вот это именно мне? Ага, красиво. Красиво, смачно. Куда, что ты? Что ты делаешь? Плюется. Я так и думал, что они плевуны. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо. А молния? Фиг ли молния. Давай сюда зарядим. Нет-нет-нет, теперь стреляй. Может ослепить? Пронзающая стрела. Промах. Ослепление все-таки работает, ребята. Молнию.
Ой, вжухнем. Готов, хлопчик. Готов, партизанчик. Так, что у нас есть? Подожди, у нас вот это заряжено. Отлично. Уползла, да? Ах ты, стерва. Так, защитку. А ты жик. Ну давай, бомби по ней уже. Давай, ты тоже. Понятно, что чем дальше она, тем мы меньше урона наносим. Все. Пропололи сорнячки. Так, ну что, нам там взять... Что такое? Нажмите, так, на отряд для пополнения. Победите командиров и получите приз. Золото 150%. Ха, победите командиров и получите приз командиров. А вот я не уверен, что я смогу победить командиров-то этих. Победите всех командиров и получите элитный сундук с новыми отрядами. Ну, попробуем давай. Всех командиров победить. Куда ты разогнался-то, а? Как вы далеко бегаете, а? Давай сюда встанем и начнем потихоньку бомбить. Слабо. Вот это уже получше. Так, метку. Теперь бабахнем в него. Тоже. Лучник пришивый. Два лучника. Под дых получил прикладом. Ну-ка. Нормально. Так, вот теперь надо что-то с лучниками делать. На-ка тебе. Бабах, ядром, так нормально. Пришпунькали мы его. Так, далеко стоит. Не смогу ничего сделать. Продвигаться есть только. Пронзающая стрела. Гоу, 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 гоу. Есть. Так. Еще что ли будет какой-то враг? Ладно. Твою налево. Пока в защиту встанем. Так, а что мне тогда лучше сделать? Ну давай вот так вот. Повышение к атаке, я так понимаю, да? Естественно, лучше бомбить, который с прощой. Слепили. Сейчас попробуем его на мушечку, так сказать, поймать. Хорош. Этот попадает. На-ка тебе, еще и страх. Убежал сразу же. Так, плодовые ягодники тут бегают. А дай-ка я сюда прыгну и шмальну. Этого сейчас попробуем огреть. Так, неплохой кузнец, да, такой? Минус прощевик. Так, здесь еще вот эти двойной урон. Да иди ты в пень. Отойди. Двойной урон, говоришь, да? Готов.
Так, вот эту штуку как-то надо взять. Бери. Что? Это наоборот понижение атаки, что ли, да? Или что это? Я не знаю, ребят, что-то взяли. Непонятное что-то такое. Блин, потери есть. Там этих, сколько там их, блин, бомбить-то надо, ты видел? Последний вообще меня что-то смущает прям. Попробуем здесь справиться, офига делать. Таинственное создание из потустороннего мира. Оживший скелет лучника. Ходячий мертвец. Так, молния. Но у него тоже не безграничные, я смотрю, да? Возможности. Давай пойдем сюда, наверное. Ты жуки навозные, а? Ослеплен. Хотя, наверное, надо было нам призрака бомбануть все-таки. Сейчас посмотрим. Ох ты. Так. Они еще и отравляют. Какую-то авантюрку вляпался, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Живучий-то какой еще, это посмотри. Куда ты? Ох. Тут-то я вляпался, по ходу дела. У нашего кузнеца иммунитет. Так, минус. Развалился. Бедный, блин, пацан, а? Разбирает, причем зря. Что это? На тебе ножичком. Не может, да? Что это за дешманская атака? Скажи-ка мне на милость. Да ты оборзел, что ли, а? Нитки. Да, ребята, тут хорошо нас покромсали. Тут не поспоришь. Так, подожди ты своим атаковать. Как мне... Пополнение, блин. Мне нужно пополнение. Если я, например... Пополните. Элитный сундук. А у меня 50, а тут 70 нужно, да? Я просто не уверен, что смогу я здесь вот справиться или нет. А если я уйду, я так понимаю, что все, это кранты будет сразу же, да? Мы проиграем. Обладатель твердой руки и волшебного молота. Блин, сейчас еще и молния имеет по нас. Выносливый. Простой сельский парень, вооруженный вилами. Короче, нам нужно с тобой... Далеко идете, парни. Пока в защиту встанем, у нас есть... Дай-ка я кое-что сделаю. Что там у нас это? Наносит 110 физического урона выбранной цели. Допустим. Допустим. Допустим.
Есть. Так, 5 лукарей. Все в этого. Я не понял, что это, крестьяне тут вообще припухли, что ли? На. Отходим в стороночку. Так. Чего он там еще повышение атаки, что ли, сделал? Ты гляди-ка, а? Отряд блокировал мою способность, говорит. Встань пока в защиту. Ага. Твою налево, а. Все время этому достается. Ну, он какой-то слабенький, если честно. Так, пропускаем пока, да? Защиту встанет, пускай. А ну-ка. Ну, этот не жилец, ребят. Давай, наверное, вот этого попробуем добить. Есть. Да. А вот как нам теперь быть вот с последним отрядом, а? Попробовать силы в дуэлях. Новый уровень, 6. Вам доступен новый герой, главарь бандитов. О как. Армия, я могу повысить себе или... Бандиты, да? Доступны мне. У меня есть лучники, ребята. Может быть, лучников нам взять? Или я не могу взять? Наверное, не могу. Так, ну что у нас там? Еще, по-моему, один поединок нам нужно с тобой выиграть. Чего там? Ух. Не знаю. Тут какой-то здоровый голем стоит у нас. Созданный при помощи магии массивный каменный воитель. Блин. Воитель-то ладно, фиг с ним. Вот эти меня больше пугают. Ну-ка. 43. Продвинутые-то вот эти, по-моему, да? Они замораживают вроде бы. Ослеплен. Эти стреляют, а эти замораживают. Все, я вспомнил. Давай сюда прыгнем. Да блин, прыгнуть надо. Ну-ка проверим его. Ага. Так. У нас еще есть 8 заклинашек. Что это такое? Накладывает безумие на отряд не более 660 лет, заставляя его атаковать соседей. На какой? Безумие на отряд
Проверим. Он же своих будет атаковать, я так понимаю. Заморозил, а? Блин, големище несчастный. Ты гляди, а? Страх еще положили. Да фиг ли ты, блин? Пипец какой-то, а? Рассыпался ханурик, да, значит? Бомби. Че, у меня такое ощущение, что я весь отряд здесь простеряю сейчас. Нельзя, блин, заблокировал, да? Влупим. Куда он побежал, блин, замораживает мне пиратку. Попробуем вальнуть. Если так. Страх. Страховин. Так, это замедление у нас получается, да? Ну не только замедление, но еще, естественно, отнимает здоровье. Да иди ты, блин, даже не... Зашибись. Еще лучше. Неужели фейл? Заморозит. Интересно, я смогу переиграть другим отрядом или нет? Смотри, что вытворяет, а? Все, пират включился. Бедный мой кузнец. Естественно, его уничтожат. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Можно ли взять другой отряд? Нужно подкрепление. Хотите усилить свою армию? Да, хочу. А куда это он побежал? Ах, вот как. Так, а здесь он мне подкинет кого-нибудь? За 300. Нет у меня денег. Я все деньги
Сфейлил. Так, а я там могу дальше попробовать драться или нет? Или мне все заново придется? Сейчас проверим. Злодей скрывается. Понятно. Отличные скелеты, правда? Мы тут потрясли бродячих магов. Они так драпали, что все бутылки растеряли. Один из эликсиров оживил нам скелетов. А вот что с остальными, мы пока не знаем. Эй, даже не думайте, что подберете другие эликсиры вперед нас. Да? А я вот, может быть, хочу подобрать эликсиры вперед вас. Даю случайный положительный магический эффект. Ага. Ты смотри, что творят, а? Ты же достал уже. Ты. Зашибись начало такое. Ага. Готов. Скелеты со своим отравлением. Не очень доброе это дело. Ведь и знает же, куда идти, а? Именно вот на дальников, ребят. Не могу ничего сделать, ну-ка. Эх. Нормуль. Так, давай-ка мы там с тобой слепим кого-нибудь, хотя бы одного. Рассыпался. Скорость. Так, ну-ка. Стреляй, стреляй, стреляй. Фух. Потеряли одного лучника. Но это минималка, ребят. Так, это что у нас тут? Как они меня вот эти вот раздражают. Там еще не легче. Там еще, там голем еще стоит, ждет нас. Так, ну что, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами остановимся вот на этой ноте. Вы уж пишите в комментариях, как вам игра зашла, не зашла. Будем ли мы в нее дальше играть. А с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.